Значит, коллеги, дорогие друзья, сегодня, я так понимаю, праздничный день у нашего театра. Думаю, не только у нашего театра, у наших зрителей, маленьких и больших. Поскольку сегодня, 27 декабря, мы не то что открываем, мы сегодня торжественно открываем это здание после почти двухлетнего капитального ремонта. В начале 90-х, 2020 году мы отсюда уехали из этого здания. Вот и конец 21-го года мы возвращаемся в свой родной дом. Вот, поскольку в этом доме живет свой домовой, когда мы отсюда уезжали, я сказал, что мы обязательно вернемся. И сегодня я спросил, мы можем вернуться назад? Он сказал, да. Поэтому вот могу сказать, что предельно короткие сроки в современном мире, то, что происходит у нас, чуть меньше двух лет прошла эта большая реконструкция, этот капитальный ремонт, и мы возвращаемся домой. Первый спектакль, который, конечно, это интересует, сегодня будет вот только открытие. Первый спектакль для зрителей, для маленьких зрителей, спектаклем «Алиса в стране чудес» пройдет 11 февраля. То есть это чуть, посчитайте сколько, не так долго, поскольку мы должны закончить новогоднюю кампанию, собрать наши вещи, переехать сюда, приспособить под себя это здание, поскольку очень большие изменения произошли с того периода, когда мы отсюда уезжали. Новая техника, новый свет, новый звук, новая механика на сцене. Вот мы все это приспособим под наши спектакли и откроем, как я сказал, спектакль «Алиса в стране чудес» 11 февраля. И начнем наши показы для наших и маленьких, и больших зрителей. Вам для сведения, поскольку вот всю жизнь работаю в детском театре, всю жизнь, но наши зрители так и не могут понять, что театр кукол – это не только для детей, но и для взрослых. У нас треть репертуара для взрослой публики. Поэтому мы начнем работать и для детей маленьких, постарше и больших, и для молодежи, и для взрослых. Вот. Теперь задавайте вопрос, пожалуйста.